Как делишки, ребятишки, с вами снова Эгисон, и сегодня мы с Жекой, мы продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Да-да-да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам и выходит эта серия. Поэтому, ребята, вы знаете, что делать, конечно же, влепите большущий палец вверх прямо сейчас на наши видосы. Давайте наберем как можно больше лайков, и как это случится, сразу выпустится новая серия, выпустится, Жека. Да, Эгисон, а где NPC? Куда мы пропали? Не знаю, Жек, ладно, потом разберемся. Ладно, погнали. В общем, ребята, вот моя карта. И что наш Жиндос будет делать в этой серии? Жека пойдет на пикничок. Да, на пикничок в этот лесок. И тут произойдет что-то прям очень страшное. Жеку укусит змея. Куда укусит, в принципе, можете решать вы, ребята. Не так это важно. Ну, все мы знаем, куда она его укусит. И у Жеки будет очень сложный выбор, потому что эта змея будет очень ядовитая. Да, посмотрим. Сможет ли Жека выжить или... Потому что змея все же очень ядовитая. Очень. Поэтому, ребята, давайте мы сначала пойдем к троллинг на Жеке. Потом пройдем его и вернемся на мой. И посмотрим, сможет ли Жека выжить в этой серии или нет. Ну что, Эдуардо Пересьяно, вы готовы? Я готов, давай, пропускай. Ну. Я знаю, что многие, ну ты можешь пройти и постоять, я тебе расскажу предысторию. Да, я постою. Многие подписчики, ну и собственно мы с тобой уже давно знаем, что мы совсем скоро переедем в Питер. И на данный момент, вот, когда вы смотрите это видео, мы уже в Питере. Ну, в принципе, да. Ну. Да, но мы, конечно, не переехали, но как бы в Питере, да. Вот, в общем-то, сегодня на моем троллинге, Эдисон, ты будешь переезжать в Питер. Ага, ну. Вот. Да, короче, заходи, это твой дом, заходи, не обращай внимания, что он уже пустой, просто вещи уже как бы надо было вынести. Смотри, Эдисон, ну я знаю, ты маленько голоден вроде был, голоден. Ну, немного да, так что похавай. Покушай, специально для тебя. Ой, сейчас, спасибо. Вот, Эдисон, в общем, смотри, это твои чемоданы, тебе нужно найти самое нужное в этих чемоданах и взять с собой, в принципе, уже переезжать. Ага, взять с собой, да? Да, ой. Эдисон, ты попал вовнутрь чемодана. Вовнутрь чемодана? Это как вообще? Как-то вот так вот, прикинь, вовнутрь чемодана. В общем, Эдисон, тут в сундучках есть различные вещи, которые ты можешь взять. Бери самое нужное и поехали. Так, вот это, возьму костюмчик. Молоко не надо. Еще один костюмчик. Балаклаву, не-не-не, буду террористом, не надо балаклаву брать, не надо. Так, хорошо. Так, тут ничего. Ну, нормально, да, вещей подобрал, нормально уже. Ну, такое, три костюмчика у меня только, Жека. Ну, в принципе, я думаю, сойдет, Эдисон, давай, быстрее, давай, уходи отсюда. Куда, куда, подожди, может тут еще что-то есть? Не, хожу, где? Вот кнопочка, вот она, давай быстрее прыгай сюда и поехали. Где, какая к черту кнопочка, Жека? Ну, вот там вот кнопочка, которая тебя обратно телепортирует, давай, ну, нажимай плита, давай, быстрее. А как я туда должен перепрыгнуть? Ну, давай вот так вот, все было полегче. Полегче. Давай. Как? Паскуда. Не перепрыгивается. Да, чуть не перепрыгивается, Жека, что делать? Блин, а может как-то надо по-другому туда попасть? Нет, никак, нет. Никак нельзя? Ну ладно, тогда перепрыгивай, надо перепрыгивать. А как по-другому? А я не знаю, где... В смысле, не знаешь? Давай, прыгай. В смысле, не знаешь? А может быть и не получится, но я посижу, подожду. А, ну, в принципе, хорошо, я тоже могу троллить полчаса проходить, Жека. Ладно. Ну, попробуй другой способ найти, может найдешь что-нибудь, да? Может тут там какие-то сундучки, вот, например, где-то вот тут вот есть, которые там телепортируют. Еще раз, наверное, я открою. Ну. Молодец. В общем, Эдисон, все, вещи собраны. Да. Вещи собраны, нужно срочно бежать на самолет. Срочно! Ну, конечно, не очень много вещей собрал, но все же. Ой, я обосрался, Жек, ты что делаешь со мной? Давай, полетите, быстрее на самолет, давай. Да не сюда, есть самолет, а там, вот там. В проходе. Давай. Ой! Какой самолет? Это я уже лечу, да, Жека? Не, Эдисон, ты не летишь. Хорошо, сейчас полетишь, давай, Эдисон, еще раз, пробуй, давай. Давай, поехали, ну. Да чё ж ты, срака такая? Ладно, Эдисон, попытка номер 28, давай, поехали. Поехали, на самолет. Ну быстрее, на самолет. Костюмчик не забудь надеть, костюмчик. Обязательно нужен костюмчик. Обязательно костюмчик. Да, давай. Да какой ну, обязательно? Да вот, все одел, вот, я красивый. Молодец. Моднявый. Давай. Это кто такой? А
это, слушай, это походу контролер. Ой, билет в Питер. Билет в Питер. Так. Ты, я тебе сказал, собрай все нужные вещи. Ты с собой даже билеты не взял. Я не хочу на этом гомосецком самолете лететь. Никуда же. Не обращай внимания, это немножко странно. Немножко. Как я говорю, немножко странно. Офигеть, какой немножко. Эдисон, ну билет в Питер ты не взял. А где он? В смысле? Да, вот я тебе сказал, возьми собой. Я же ничего не нашел там, ничего не было. А вот значит было, Эдисон. Возвращайся обратно. Да твою-то задницу заколебал с этими дырами в сраке своей! Дырами в сраке. Давай, заколебал. Будем внимательнее, нужно найти как бы... Да уйди ты отсюда! Так, билет, билет. Давай, ищи, билеты. Возможно, ты поищешь... Опа! Нет, ну там вряд ли есть билет. Он где-то тут, Эдисон. Да, где? Скрытые сундуки. Да, тут еще и скрытые сундуки. Может быть где-то вот здесь. Где? Где-то вот тут. Где-то может быть подо мной что-нибудь есть. Да, ага, код. Какой к черту код? Ну давай, давай. Давай, ты поищи. Код, я какой-то код нашел. Код нужен. Жека, код какой? Скажи код. Какой код? Ну ты не можешь? Подожди, стоп. Я сейчас реально забыл просто без троллинга. Вот под этой фигней есть невидимый сундук. Где? Под этим ящиком. Невидимый? Можешь его открыть? Да. Ну да, но я забрал... Тебе показать, что я забрал? Вот. А что за фигня? Я не знаю. В смысле, у меня дома дерева нету в сундуке. Где? Ладно, это что-то с картой произошло очень странное. Я тебе сейчас заново. Короче, ладно, поехали, я сам молодец. Типа это билет. А, это билет в Питер, да? Хорошо, полетели в Питер, полетели. Я не знаю, тут там должен был лежать билет. Билет он хорошо. Почему-то бревно лежало, ну не важно. Давай, Лиза, быстрее, вот тебе рычаг. О, рычаг, все, так, как? Все, давай, ставь, быстрее. Полетели! Все, Эдисон, жди, самолет. Ничего не работает, Жека, ничего не работает. Все нормально. Эдисон, самолет разбился, но ничего страшного. А, зато я выжил, все в порядке. Тишечка, можно. Тишечка, это что такое? Вот наш дом, быстрее. А, возле нашего дома разбился самолет, да? Ничего страшного, ничего не произошло. Как-то много всяких. Лифт. Да чё у вас ничего не работает в этом Питере сраном? Пешком нужно... Ой! Я не знаю, пешком нужно бежать, быстрее, лестницы странные очень, это нормально. Где мы живем вообще, Жек, и чё за... Давай нормально, быстрее, проходи. Ну, да что ты ломаешь, нельзя ломать, давай, Эдисон. Да мне... Проходи, чё это за дом? Ну на лестницу, быстрее прыгай, молодец, собирайся. Заходи в дом, заходи, это наша квартира, быстрее, заходи. Ой, квартира, кажется, сейчас взорвётся, Эдисон. Чё у вас не так в этой России? Чё, самолёт разбивается, лифты не работают. Эдисон. Чё? Эдисон. Чё? Эдисон. Чё тебе надо? Алло, просыпайся, Эдисон. Чё тебе надо? Ты проснулся, капец. Я спал. Ты просто съел этот супчик. Грибной, точно! Грибной супчик. Ты в Питер вообще поедешь? Нет, ты вообще это... Жека, да, мы еще поедем, но как бы. У меня тут еще немного осталось, держи один тебе. Быстрее. Ну, как бы, я ж карту как бы строил для тебя. Давай проходи, я тут проспал. Ой, что происходит? Что происходит? Ой! А, то есть я спал взорвался. Может, грибы еще не отпустили, не? Конечно, действие грибов еще продолжается. Ладно, если ты вообще какой-то странный человек, я тебе честно скажу. Я странный. Там, блин, ты лежал, что-то орал, что-то взрывается, какие-то гейские самолеты. Я вообще в шоке, если честно. Тебе грибные супы есть нельзя. Ну, как бы, Жека, ну ты себе возьми один. У меня тоже еще один есть, так. Ничего. Ладно, пригодится. Может быть, когда-нибудь пригодится. Да, ну ладно. Сейчас пойдем. Ну что, Жека, идем? Идем? Нет, Эдисон, я не готов, я голоден. Я, пожалуй, съем грибные супы. Нет! Да карта вообще... Дай мне еще. Еще грибной супчик, да? Да. Любишь грибочки, как я вижу, да, Жека? Да, я люблю грибочки. Жека, а зачем ты хаваешь? У меня такой вопрос, ты сейчас на пикник будешь идти, собираться. Да? Да! Вот дебил. Ну ладно, проголодаешься, пока туда дойдешь. Так, в общем, Жека, тебе надо... Ты... Как мы все знаем, хотя вряд ли кто знает, Жека очень похудел. Я тоже похудел, Жека похудел, поэтому, Жек, ты такой легенький, потому что тебя, вот смотри, даже ветер сдувать будешь. Видишь? Ветер. Короче, Жека, у вот тебя тут... тоже как бы, да. Я же тоже похудал. Жека, да, вот тут да. Есть магазин, тебе нужно в магазин и купить много продуктов, понимаешь, чтобы зайти туда. Пойти на пикник, точнее. Давай. Ой, а тут я что-то нашел, Эдисон. И что там? Я, пожалуй, тыкну. О. Что скорость дали. Скорость! Ладно, давай же. Я быстро!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как слот, ой-ой-ой, там еще, а че, где, Жека? Действие грибов началось. Действие грибов, да, ну, поставь спанпоинт, давай. А я вообще тогда вообще возможно перепрыгнуть? А возможно, я пробовал, очень сложно, конечно, но возможно, все возможно. А не, а может ты со стороны как-то, Жека, попробуешь, со стороны? Я вот что-то сейчас пытался, но как-то все равно улетел. Так, кнопочка, так, ну нажимайся. Тыкай уже на эту кнопочку, ну так. В бою там, ну ага. Давай. Ай-дя-дя-дя-дя-дя. Так, подожди, как это я должен сделать? Да в смысле? Да что в смысле со стороны вот сюда пройти, вот сюда пришел. Вот ты ж тупой так. Давай, Жека, давай. Куда со стороны? Ну, куда со стороны? Да, я ему только что показывал. Так, я как бы ты как бы показывал, как-то не очень хорошо, когда я плавал в лаве. Со стороны, где нету блоков, Жека. Где нету блоков? Где нету блоков. Ну со стороны, с другой стороны! Вот с этой стороны, тут только две стороны есть. Только тоже блоки всякие есть нехорошие. Вот, давай! Я боюсь прыгать, давай. Давай, Жека. Молодец. Давай, Жека, давай, заходи внутрь. Не, в смысле спаунпоинт? Хрена ли вообще спаунпоинт? Ну то есть, офигеть, ну ты спроси хотя бы. Ну сейчас сам поставишь, давай. Иди сюда. Ты где? Летает. Ой. Тараканы всякие. Пошли. Ура! Давай, Жека, продукты. Продукты. Мне набирать продукты? Продукты и карточку надо найти, да. Давай. Мне прям ломать, да? Нет! Не вот эти в сундуках продукт. 9 продуктов надо, 9 штук, 9 различных штук. И карточку не забудь. И карточку. Так, карты. 2. Молодец, молод. Быстро. Давай. Так, 3. Что-то как-то не очень быстро. 4. Давай. Ну, если ты думаешь, что тебе хватит, то в принципе уже можешь уходить. 5. Ну хватит, дальше. Да, ну еще карточку надо найти. Не забывай. Где карточка? Ну, в скрытых сундучках таких, смотри, в скрытых, очень скрытых таких. Ну, прям очень... как у меня скрытых, нет, да? Нет, скрытых, ну что-то такое, что-то зачем-то там, зачем-то, через чем-то, сверху, снизу, слева. Где-то тут или я что-то? Сверху. А, вижу, ага, да. Ага. Все, карточка, ура! Молодец, давай, выбирай любую дверь. Вообще любую? Да, какую хочешь. Так, подожди, мне хочу посмотреть, что там так это, да? Ладно, пойду сюда. Ах, там вторая карточка должна. Вот. Значит, надо найти сначала вот тут. Да. В одной из этих надо найти проход. Давай. Мне нравится, я пойду сюда. Иди. Как тут? Вот везде невидимый... Ну, значит, другая дверь, Жека. Хорошо, ты там. А-ла-ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра-да-да! Спаунпоинт у тебя тут должен стоять! Да-да-да-да! Да, конечно, я забыл. Я карту делаю, я сейчас свою же карту забуду. Нет! Давай, Жека, давай. А почему ты со стороны не можешь сюда запрыгнуть? Я что-то не могу понять, а? Вот, запрыгнул, все. Вот молодец, вот дебил. Давай. Другую. Видал? Чё могу? Это что вообще было? Я не понял. Это была суперскорость. А, ну хорошо. Ой, Жека. Обратно запрыгнуть не смог. Ай-яй-яй-яй, спаунпоинт, а тут нужно поставить спаунпоинт, давай. Ты заколебался своей кнопкой. Давай, спаунпоинт. Для будет отожжены плиту какую-нибудь. А, да, хорошо. Единственное, там как бы и там, и там, и там, и там. И там, и там. И там, понимаешь? О, там. Здесь да, ну попробуй. Да не, мне кажется, если ты меня обманываешь. А. Хорошо. Может быть, откуда я знаю. Ай-я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 й! Жека, а там, подожди, а вот тут на начальной локации тут тоже что-то было вроде. Ай! Жека, найди вот тут проход, вот тут найди вот тут проход. Тебе не нужна больше скорость. Где? Вот где-то вот тут. Куда я? Спасите! Что это такое? Как ты вообще умираешь? Грибы, проклятые грибы! Помогите, спасите! Жека, что это было вообще такое? Жека, вот где-то тут один блок такой выделяется прям. Мне кажется, вот там где-то есть проходик. Проходик есть такой, да? Выделяется блок. Вот гравий? Не, ну если глаза открыть, то блок прям выделяется. Среди всех остальных блоков блок выделяется.
блок выделяется. Выделяется блок. Не надо пить, а блок искать, который выделяется. Я ищу блок, я не могу найти. А блок просто... выделяется у тебя перед глазами. Блок! А это? И чё, и как оно? Твою! Жека, все, и стой тут. Ага, понял. Раскладывай продуктики, раскладывай. Это пикничок. Не входит, поставлю сюда. Да хоть куда, можешь хоть куда ставить. Хоть куда. Ставится куда, никуда. Да я не знаю, ну на землю поставь. Ну как еще, расставляет пикничок, Жека, расставляй на землю. Да ничего не ставится, сам ты на way, you can't place. Да чё? You can't place, сам way. Ну дальше, ну пройди, может дальше где-то ставится, я не знаю. Дальше я не знаю, где-то ставь. Ой, змея, Жека! Змея! Какая нахуй змея? Змея! Убивай змею! Она тебя травила, Жека! Убивай змею! Чёрта поганая змея, она сдохни, у меня мозг. Жека, убивай! Сдохни, да чё, за змея-то такая странная? Жека! Это ядовитая змея, Жека! Она тебя укусила! Я туда! Туда укуси! Конечно умрёшь, Жека, ядовитая змея! Отпустит вообще, нет? Да когда отпустит? Змея-то укусил, ты сейчас сдохнешь, Жека, через 10 минут. В смысле? Ну это же яд, Да, конечно яд, но у меня есть план, Жека, иди сюда. В общем, хорошо, что я с тобой рядом был. Хорошо, что, ну, короче, змея очень ядовитая укусила. Но всегда на помощь может прийти Стефанчик, который сможет отсосать у тебя. Яд я имею в виду. А, ну хорошо. Выбирай. Вот, красная сторона, Жека, хорошо, что я был рядом с тобой. Вот, у меня есть друг Стефанчик, ну, у тебя, это муж твой, да? Вот, вот, змея как раз-таки вот туда укусила, проклятая змея, прям снайпер, знаешь? Да, вот. Да. Стефанчик отсосать-то может, конечно, яд я имею в виду, да, Стефанчик твой муж. А вот тут, Жека, конечно, мы все знаем, да, ты развлекайся, ты умрешь через 5 минут, развлекайся, Жека, я напоследок. В общем, Жека, а вот синяя, да, вот тут противоядие есть, да, но противоядие имеет 5000 калорий. Короче, ты, то, что ты худел, Жека, все пойдет чертям. Конечно, мне жизнь важнее, откуда. Ну Жека, ты опять жирным будешь. Да будем, главное, Жека, минута со Стефанчиками от сосо и все. Минутка от сосо или опять давай месяц потеть. Давай начнем с того, что синий мой любимый цвет, это во-первых. Во-вторых, это троллинг, и верить тебе нельзя. Вот. Вот в-третьих, открывай давай. А от сосо яд. Нет, от сосо не надо, давай открывай. Ну, хорошо, Жека, давай. Опять будешь жирным. Вот сам смотри. 5000 калорий, 5000. Ну и ладно. Я живой, да? Все нормально? О, ну вот вроде ты живой, но, Жека, вот в чем беда, иди сюда. Вот посмотри в зеркало. Посмотри в зеркало. Каким ты опять стал? Почему? Вот, то есть, как бы, это Стив, а я вот не Стив. Ну, то есть, как бы, как-то непонятно. Это ты. Вот змея все ж яд, понимаешь? Змеиный яд. Тут тебя плющит. Она вообще полностью меня изменила, да? Да, она тебя полностью изменила, но суть в том, что ты толстый. Ты опять такой же толстый. Нет, ты толстый, Жека, и что ты сейчас будешь делать? То есть все заново, все, что вот я худел, вот не все заново? Да. Опять весишь нахрен 110 кило. Да это даже толще, чем я был, когда начинал худеть, вот, тянется. Я же говорю противоядие 5000 калорий. Ну, Жак, у меня опять здесь. Ну, блин, а тогда бы я сдохнул. Ты бы сдохнул. В любом случае, надо было Стефанчика выбирать, Жека. Он бы просто яд тебе отсосал и все. Я заново худеть, не хочу заново. Да не будешь ты заново худеть, у меня запасной план есть. Ну, хорошо, Стефанчик, яд не отсосал, но жирок-то он может у тебя отсосо, вот, в общем. Кен! Это Кен, это Стефанчик поменял имя. Он теперь Барби, я понял. Нет. Давай, Стефанчик, соси, отца своего яшина. Ладно, вы тут соситесь. Я что-то не меняю, я смотрю в зеркало, и как-то я не меняю. Минута, яд отсосать, а вот сейчас он тебе месяц сосать его жир будет, поэтому давай уже. Давай, нет, я не знаю, я лучше жирный побуду, чем мне месяц. Стефанчик будет сосать. Я так подумал. В смысле? В смысле? Стефанчик. Я лучше буду жирным, вот. Знаешь, каким? Хочешь, я покажу, каким я буду жирным? Давай. Ты и так уже жирный. Вот таким. Ооо, это слишком, Жека. Фу. Жиром мне по щекам бьет, Жека. Я вот тут лучше сидеть буду. Вот тут я посижу. Можешь уходить, конечно. Можешь уходить. Я там сидел, он две сидушки занял. Жиробас проклятый. Ну, я вообще-то... Я очень худенько. Ну, давайте заканчивать цену. Давайте заканчивать. Ставьте огромный палец вверх, если вам понравился троллинг, если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее. Поэтому много лайков, много серий. А вот да, я считаю, что если вы хотите, чтобы Жека похудел, то нужно вот каждый лайк это минус 1 килограмм. Вот я... И плюс одно... Да, и плюс одно сосо от Стефанчика. Да, ребята, поэтому большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покидаю.